В Хасавюрте состоялось чествование олимпийского чемпиона Заура Угуева. В торжественном мероприятии приняли участие известные дагестанские спортсмены, тренеры, руководители спортшкол. Поздравить чемпиона также пришли представители Министерства спорта и администрации города. В рамках чествования спортсмену и его тренеру вручили ценные подарки. Команда олимпийца выразила благодарность присутствующим и пообещала продолжать радовать поклонников спорта. Предел всему уже достигнуто. Иншаллах, мы в 24-м году тоже соберемся вот так же. Даст Аллах. Увидимся вновь. Спасибо всем. Адам Суматайки.